рассматривали этот сюжет, мы рассматривали, да, вот эти чудные сумки, которые принесла наши гости. Это представитель фирмы «Ланчбэк» в Эстонии Дарья Пастак. Это такие термосумки для еды. Пастак. Хорошо. Пастак. Это как-то по-эстонски у вас звучит уже. Пастак. Так и есть. Мы же в Эстонии живем. Эстонская фамилия. Дарья, расскажите, пожалуйста, что вот такое ланчбэк и с чем его едят? Едят то, что в ланчбэге. Спасибо. Это термосумка, которая хранит как холод, так и тепло. Шьется исключительно в Украине. Это исключительно украинский продукт. То есть у нас сейчас большинство товаров made in China, а это вот в городе Героя Киеве шьется. Влага не водостойкая, влага непроницаемая. Здесь можно рассчитывать на то, что холод держит до 3-4 часов. Если вы из морозилки кладете, например, водичку, через 3 часа она будет холодная. Уверяю вас. Тепло держит примерно час-полтора. То есть, если вы горячий, приготовили с утра завтрак и не успели его съесть, поставили его туда, и через час еще будет горячий, через полтора будет еще такой... Я правильно понимаю, что... приятная температура. Что для того, чтобы поставить что-то в этот бэк... Надо приготовить. Ну, понятно, что надо приготовить. То есть, нужно в пакетики класть или какие специальные? Не обязательно. Нет, вы просто кладете... Ну, то есть, вот вы приготовили... кашу. Сосиски. Ну, сосиски, да. Ну, кладете в, скажем, пакетик, контейнер, да? Или пакетик. Ну, в контейнер, наверное, будет удобно. И контейнер. То есть не принципиально, да, во что вы кладете. И можете сосиску прямо, конечно, в сумку положить, но нежелательно. Лучше я прямо вот сюда я положу. Зачем так долго ее носить? Действительно. Очень удобно для тех, кто, скажем, длинный рабочий день и не успеваете пообедать, сходить в кафе. Вот с собой многие берут еду. Спортсмены обожают наши ланчбэки. Бэги, потому что им перед тренировкой там нужен белок, после тренировки углеводы или наоборот, я могу ошибаться. Но, в общем, они берут с собой еду, вот все 5 приемов пищи подготавливают, кладут. Ну, сюда 5 не поместится. Поместится. Вот сюда поместится. Да? Вот это, видишь, да. Это самый любимый, просто. Это самый любимый размер L+, вот у спортсменов, потому что здесь он очень вместительный, сюда очень много поместится. Видишь, сколько очень много коробок. Теперь я заметила. И здесь, честно, да, здесь 5 приемов пищи помещается великолепно, и они берут с собой, и под рукой вот они соблюдают килокалории, бжу, вот все вот эти вещи. Дарья, над нами уже издевается редакция, в ухо нам подсказывает, ваши порции сюда не поместятся, только спортивные. Скажите, насколько... Кстати, у нас есть увеличенная модель, так что если надо, мы можем увеличить. Ну, до такой степени. Не будем увеличивать, надо уменьшать. У нас есть увеличенный размер, не волнуйтесь. Они такие красивые, все разноцветные. Вот даже маленькая есть. Вот это точно для бутербродика, да? Да, это для бутербродов. Пару бутербродов туда замечательно закинуть. Угу. Пару-тройку помидоров черри. Волшебно. Насколько они популярны, вот эти сумки? Я открою секрет, что пока вы дожидали своей очереди, чтобы попасть к нам в эфир, вы уже сумели продать аж 2 сумочки. Так и есть. Честное слово. Пришла за полчаса до эфира. Вам надо просто продавать здесь. Видите, как хорошо товар уходит. Да. И девочка, которая делала вот этот волшебный мейкап, уже взяла тоже номер телефона, уже лайкнула страничку, сказала, что ей тоже очень надо, пошла выбирать цвет. Да, но они правда такие замечательные. У нас 13 цветов, шикарная палитра. Это я, конечно, не все принесла, но если бы я знала, я бы, конечно, принесла больше. Но здесь пока представлено, сколько там штук, 6, наверное. Вот. Есть удобно то, что, скажем, для мужчин, ну, кто-то мне однажды сказал, что, ну, мужчины не будут пользоваться, очень даже пользуются, потому что многие мужчины берут с собой еду на работу или же на спорт, или в поездку, в путешествие. Не, ну, я должен сказать, что это действительно удобно, потому что удобно. Засунуть, например, можно еду и в рюкзак, но если у тебя есть специальная сумка для этого... Да, и вот удобно L+ с ремешком, то есть если руки заняты, вот, пожалуйста, ремешок. И у нас есть расцветки, вот, скажем, маскулинные цвета. Ну, скажем, черный, это понятно, всем подходит, но у нас есть темно-синий, темно-зеленый, коричневый, то есть такие сдержанные оттенки, которые мужчине прекрасно подходят. Почему, Дарья, вы производство оставили в Киеве, а не начали в Эстонии? Не в Эстонии. Думали об этом изначально, что перенести, но посчитали, ну, все как обычно упирается в бюджет, посчитали, что все-таки более выгодно для того, чтобы сохранить конкурентоспособную цену, приятную, не очень...
чтобы она кусалась. Кусучую. Кусучую, да. А вы сами тоже приехали из Украины? Я украинка, да. И моя подруга, однокурсница, которая шьет, придумала ланчбэк, Яна Бурова, к сожалению, она не смогла, она бы с удовольствием тоже пришла в эфир, но она в Австралии сейчас. Вот. Что и она там налаживает производство. Да, не без того, да. И поэтому вот я сейчас как посланник ланчбэга перед вами. Значит, Яна, мы вместе учились в университете в Крыму. Вот мы обе крымчанки. И Яна придумала ланчбэк, исходя из собственных нужд и интересов. Она была топ-менеджером в одной большой компании, в корпорации. Очень такой негибкий был. Да, обедать брала было с собой постоянно еду. И, как правило, это происходило таким образом, что заднее сиденье авто в пятнах и пропахло сосисками. Вот. И она, значит, решила, что надо что-то с этим делать. И, кстати, 26 мая ланчбеку исполняется 3 года. Мы вас поздравляем. Это здорово, как вы удачно нас позвали. Спасибо большое, Дарья. Да. Большой привет. Я никогда, наверное, обязательно.